И всем привет, друзья, с вами я, Курант 2001, и со мной в гостях Барт 39. Да, привет всем, в общем, друзья, я наконец-то зашел в Эко Уорнер спустя миллиард месяцев. Да, если что, я тот самый Барт, который пишу под видео Яка всякую фигню по типу, если Яка поставит лайк, то я с ним 100 рублей, вот. Я тот самый автор. Ну что, в сегодняшнем видео мы посвятим сразу двумя обновлениями. Первое обновление — это у нас торговый центр Бартовская на улице 50-летия Победы. У нас такой вот. Да ладно. А я думал, это какая-то другая улица, да? Так, ну что, давайте с вами посмотрим, что внутри этого замечательного торгового центра. Я его строил час где-то. Заходим, смотрим. Так, вот, снаружи находится такая вот парковка перед торговым центром. Ну и также я поставил билборд. Билборд. Давайте посмотрим, как все это выглядит внутри. Давай с экспрессом начнем. Так, вот у нас магазин экспресс. Вход туда. Да, вот так. Выхода нету. Выход только вот здесь. Не, ну выход, да, вот тут. Вот. Как-то странно все это выглядит, кстати. Ну да. Тут у нас кассы, камеры хранения. Хотя надо было в другом месте поставить камеры хранения. Не, нормально, нормально, чего? Нормально. Ну ладно. Нормально. Так, тут у нас вот первое пол. Где еще место? Так, тут у нас разные товары находятся, ну, на полках. Так, я добавил холодильник. Ой, а замороженные продукты, мороженое, охлажденные напитки. Вот. Я вообще в фикс прайсе там семянный напиток покупал, семянный. Ну и также я положил книжные полки, типа газеты, журналы, книги, диски. Так, пройдемся сюда, тут у нас парикмахерская эффект. Вот. Вот это у нас места, где нас застригут, тут у нас типа. Не знаю, как это называется, но. Ну, типа, то есть, типа, моют волосы и все такое. Вот, да, да, все. Изначально, в общем, я хотел построить парикмахерскую чио-чио, но японскую. Но подумал, что эконом-класса лучше все-таки. А точнее, она называется эффект. Вот. Точнее. По привычке. Ну понятно. Так, сейчас мы. Да. Пройдемся дальше, тут у нас аптека Ригла. Ну такая вот. Ну, небольшая аптека просто. Ну тут только касса, а вот за той кассой находится полка, типа там лекарства лежат. Ну, обычная аптека. Я на второй этаж. Аптека. Так, пока у нас Барс 85 пришел на второй этаж, мы осмотрим магазин одежды и телепорт. Ок. Так, кто-то у нас на седьмой полке, где у нас куртки, пухайки, обувь лежит. За касса. Поднимаемся на второй этаж. Хотя я хочу вам признаться, я на месте парикмахерской хотел построить магазин текстилей, всяких тряпок Алёны, но Яко уже начал этот магазин строить. Вот как-то так. Так, вот такая вот история. Так, тут у нас обувной магазин Карри. Ну, вот. Карри. Центр обуви. Ничем не примечательный. ДНС также и МТС также. Да. Магазин бытовой техники ДНС и салон связи МТС. Ну и магазин DVD-дисков. CD-DVD. Ну да, мы хотели изначально там построить магазин игрушек, точнее я планировал, но Яко высказался, что тут нужно магазин дисков сделать. Почему бы нет, кстати. Ну да. Ну и последнее, это у нас кафе у Ашота. Кафе у Ашота. Да. У нас, я решил тоже, потому что я у меня имеются кавказские корни, конечно, сам по национальности русский, но мать у меня и отец вроде с Кавказа, да. Так, тут у нас такие вот сиденья у нас. Да. Посмотри, дальше вот такая касса. У нас холодильник и печка, как обычно. Я сейчас. Ноутбук. А, ну и склад. Я забыл. Мы забыли склад показать, точнее, вот. Служебные помещения.
Ну, склад обычно, ну, как обычно во всех вот магазинах, которые в Майн... можно построить в Майнкрафте, ну, там просто ничего интересного. Да, я хотел еще, конечно, сделать кабинет директора, да, подумал, да нафиг он нужен такому магазину. Вот, только вот надпись Бартовский не получился, а просто Бартона. Бывает. Зато вот за такого вот красивого дома с корабля, который у меня в городе, кстати, стоит, но не такого цвета. Ну, серый один магазин из Петербурга. Да, 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 в общем, я в Питере был, я был в шоке, что такие дома в Питере есть. Я думал, что это моего, из моего города, Нового Уренгоя, в общем. Так, следующее, к следующему обновлению, это у нас ресторан Зайнеп. Он находится на Майской улице. Метелица, метелица. Я сейчас лечу, в общем, я сейчас лечу. Не парься, я телепортировал. О, я, правда, вам пару дорог сломаю, но я починю. Вот, Зайнеп, ты что вообще? Зайнеп. Ладно, заходим. Вот, у нас сегодня мы показываем вам два новых кафе. Вот так оно выглядит. Ну, такой вот... Вот, сверху. Сиденье. Да. Кухня. Кухонька, да. И да. Директор. Дмитрий Шестериков. Ну, это реальный человек, кстати? Да, вымышленный. А, ок. Я думал, это заказчик. Склады, ну, тоже склад. Типичные для Майнкрафта. Это у нас склады, построены, да, по всем канонам Майнкрафта. На второй этаж поднимаемся, тут тоже сидели. Да, да, да. Места тоже. О, короткий выпуск получился. Ну, нет? Не знаю, как ты, но... Мы уложились всего в примерно в 7 минут. Если на бандика смотреть. А, ок. А, ок, в общем. Давай. Ну что ж, будем прощаться с зрителями или еще у нас есть что показать? Ну, да, пока все нету. Сейчас около ресторана все станет вот здесь. Да. Ну, ладно. Я надеюсь, что больше построек нет. Ну, а с вами были Яковор на 2001. И Барт 89. Подписывайтесь на... Всем удачи, всем пока, в общем. Не забывайте также заглядывать на мою группу ВК, в Дискорд, а также подписываться на мой канал в Телеграм. Там тоже много чего интересного. Всем удачи, всем пока. Да, всем удачи, всем пока.